Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олха. Все-таки я нашел себе немножко времени, буквально 15-20 минут, ребят, не более. Так, поехали. 28 рун. 20... Ох ты, шлем там был, ребята, там был шлем, который мне нужен. Ладно, фиг с этим шлемом. Что значит фиг с этим шлемом? Он нужен, ребята, нужен, но... Поздно, как говорится, уже. Так, давай, не рычи, иди там, копошись. Где-то копошишься обычно. Ты тоже нам гнездо тут притащил. Тоже пускай идет копошиться. Так, здесь дерево отправляем. Так, что он там у нас приносит больше за деревом? А ты, по-моему, у нас по рыбе, да? По рыбке пойдешь. Так, беззубик сидит без зубов. Логично, да? Беззубик сидит без зубов. Так, эти у нас... Ладно, пускай летят, добывают. А ты что сидишь, грустишь? Да не ты. Вон, я этому... Да подожди ты, какой это, блин? Ты издеваешься надо мной, что ли? Я вообще-то кликаю на ветрокрыло, блин. Я не могу на него кликнуть, прикинь. У меня какие-то тыквы вылетают сразу же. Так, тыквеброн. Давай-ка мы его дальше. О, новая способность. Пускай идет, тренируется. Так, это у нас малек. Модификрылка. Давай, лети за рыбой. А этот там что у нас сидит? Пускай он идет. Делает задания какие-нибудь. Так, ты у нас будешь в конце-то концов в титан переходить или нет? Да ладно, дождался наконец-то, ребят. Ищейка пошел в титаны. То есть стал он титаном. Странно как-то. Здесь пополняли, даже не видно было, чтобы шкала эта. Вот здесь видно, что прибавляется, а там что-то не видно было. Так, 46 миллионов, да, 46,5, я бы даже так сказал, ребята, он добывает нам 46,5 миллионов рыбы. Так, это, кстати, неплохо. 50 лямов уже, ребят, 50 лямов он добывает нам. Кревет. Ать, хорошечно. 594. Блин. Но зато, друзья мои, он получит у нас 111 уровень. И на 112 мы его прокачаем. Так, этот пускай летит у нас за рыбой. Ты полетишь у меня за досками, за бревнами. Пускай летит за рыбой. А что у нас? Вариантов, ребят, не так уж и много на самом-то деле. Ты что там стоишь у меня, улыбишься? Стоит он, улыбается мне. Вот. Упс, не то. Вот, вот это я хотел сделать. Пускай летит, друзья, пускай летит и добывает. Так, что нам? Ну, здесь 100% выпадет, наверное, тусклый интерь. Мне вот что-то подсказывает, что это будет тусклый интерь. Ну, так оно и получается. Так оно и получается. Ну, давай тогда отправимте в приключение в драконий край лети. Барсик нам тусклый интерь. Понятно. Иди он на гору бесплатно, там шурши по ней. Здесь что? Но здесь, наверное, выбор невелик, да? Яйцо или янтарь? Конечно же, ребят, янтарь нам выпадет. Конечно же, нам выпадет янтарь. 84 штуки. Так. Лети. Ой, подожди. Подожди, что я делал, ребята? Я же его надо в приключение отправлять. А я его отправил там на какие-то поиски. Так, ну здесь тусклый янтарь выпадет. О, заколка. Но в итоге все равно, ребята, нам дадут янтарь. О, как пить дать. Так, давай отправлять дальше. Кстати, знаешь, что я скажу тебе? Я уже нашел, ребята, ать, сколько? Видишь, две штуки, ребята, две. Кстати, ты знаешь, что где-то здесь, а точнее, где вот у нас эти драконы? Ну,
Сейчас, подожди. Сконцентрируюсь, блин, а то потерял мысль. Сейчас здесь заберем. Так, события тоже получаем. Опа. Жит. Замечательно. Две награды сразу же. Ребята, это 250 конфет. И это у нас 30 рун. Плюс еще 500 конфет, ребят, светит. И это будет 4000 конфет. А нам нужно 8000. То есть половину мы же с тобой получим. Так, давай здесь откроем паки тогда. Шторморез, душитель, ужасное чудовище. Здесь нам выпадает шторморез, кревет, громобой, громобой-защитник. Так, это у нас идет на открытие. Так, еще мы с тобой забираем награду. Так, что я имел в виду? Короче, где мы с тобой можем драконов вот это вот прокачать? Сейчас начать. Вот штуку эту. А, вот, вот, ребята, завершить. Давай завершать. Угу. Страх окол отпрыск. Разместить мне его и некуда. Вот, мы еще, ребята, одну с вами получили штуку. И Кинг, ты был прав, вещь накрыл, действительно хотел помочь, как ты узнал? Не знаю, просто почувствовал. У тебя сильная связь с Вечнокрылым. Чур, зеленая смерть наша. Прекратите вы оба. Мы можем столбить драконов. Мы не можем столбить драконов, или можем? Во время своих путешествий я встретил тысячу великих людей. Стоик был одним из лучших среди них. Нам его будет не хватать. Так, выполнили мы обмен. Икинг, все племена, попавшие мне на пути, передавали тебе послание. Они высказывали свою поддержку и уважение величайшему вождю из всех. Спасибо, Йохан. Для меня это многое значит. О, еще два задания. Ну-ка, что вот тут, например. Ладно, забияка, задирака, зеленая смерть будет вашей. Мне достанется Вечнокрыл, а Сморкала получит следующего найденного нами дракона. И если только это не вопль смерти, в этом случае ее заберем мы. Минуточку, драконы не ваша собственность, они заслуживают уважения. Рыбий ног, пойдем со мной. Ха-ха, рыбий ног попал. Не радуйся так, Сморкал, а ты следующий. Еще одну попу. Прямо гора с плеч, рыбий ног замечательно разбирается в драконах. Ребята, мы еще с вами получили одну штуку. Спасибо, рыбий ног, за тобой было приятно наблюдать, ты и вправду знаешь своих драконов. Я всегда пополняю книгу драконов самыми свежими сведениями. Я знаю о них все. Как они рычат, каких бывает расцветок, как они называются. У тебя доброе сердце, рыбинок. Позаботься, чтобы твои драконы были не только статьями в книге драконов. Так, еще разок. Я? У меня даже нет легендарного дракона. И я опять в чем-то виноват. Кто бы сомневался? Эти драконы были моей семьей, когда у меня больше никого не было. Я должна убедиться, что на Олухе они в надежных руках. Еще получили, ребят, неужели мы сейчас откроем дракона? Легендарного. Думаю, Сморкала будет удивлен тем, что я ему скажу. Так, поселите... Я поселил. Ну что ж, давай, скажи, что я сделал неправильно. Сморкала, я считаю, что у тебя прекрасное чутье, и ты отлично обучил этих драконов. Но тебе нужно поработать над твоими взаимоотношениями с людьми. А, ну вот. Подождите, ребят, по-моему... Начать. Выберите новый обмен. Погоди. Для обмена мне не хватало осколков вот этих вот. Наша очередь, пора придать все огню. А вам пора усвоить, что в обучение входит не только поджигание всего вокруг. Мы это прекрасно знаем. Ага. Еще все вокруг можно крушить. Поджечь, а потом крушить. Что ж, кое-что уцелело, это уже прогресс. Так, ребят, ну забираю эти осколки. Эй, а почему нам пришлось обучаться в два раза больше драконов, чем всем остальным? Так как вас двое, я решила, что вы способны справиться с двойной нагрузкой. Тут какая-то ошибка. Так, как нас двое, то и работы у нас должно быть в два раза меньше. Это простая арифметика. Поверьте, в следующий раз я дам вам так мало работы, как только возможно. Угу. Давай еще разок.
Эти драконы словно ожившие легенды. Их сила превосходит все мыслимые пределы. Если они такие таинственные, откуда ты о них так много знаешь? Мне посчастливилось жить среди некоторых из этих легенд. Оу. Поприветствуйте великого смутьяна. Все драконы хранят свои секреты, и эти драконы не исключение. Начать. Да ладно! Ты серьезно? Я не верю, ребята. Неужели мы с вами сейчас откроем великого смутьяна? Только не надо, пожалуйста, игра вылетать, а? Вот на таком моменте не надо вылетать, а? Знаете, что я вам скажу, ребята? Что-то ничего не произошло. Невероятно. Откройте смутьяна. Так, познакомьтесь с великим смутьяном, вожаком и королем драконов. То есть меня лишили заставки. Как он появился? Просто в прогрузке. А может быть, ее и не должно было быть, я не знаю, ребят. Но в любом случае у меня есть великий смутьян. Ты представляешь? Ты представляешь, наконец-то я его открыл. Пу-бух. Офигеть, ребята. Смотри, тут еще какое-то ускорение. А вот и видеозаставка, ее можно отдельно посмотреть? Похоже, нет, ребят. Похоже, вот так вот и будет. Почему не дают мне посмотреть видеозаставку? Что мешает, а? Не знаю, ребят. Может быть, как-нибудь в другой раз посмотрим. Мне все-таки интересно было бы посмотреть, как он появляется и какой про него ролик. Ну что же, ладушки, не получилось, так не получилось. Так, это у нас бесплатный загадочный пак, открываем его. И что-то, ребят, с игрой не то. В общем, я так долго собирал этого великого смутьяна, а надо было просто всего лишь, ага, надо было всего лишь идти по сюжетке, и он бы тебе открылся бы и так. Кто бы мог подумать. Так, ну что же, тут еще какое-то задание есть. Ух ты, не могу поверить, что ты жил рядом с великим смутьяном. Можно его потрогать? Да, он знает, что может тебе доверять. Однако не воспринимай его доверие как нечто само собой разумеющееся. Ни за что. Тот, кто завоюет его доверие, сможет управлять драконами. Отправьте великого смутьяна на поиски 10 раз. Ух ты. На поиски. Ну, наверное, это и есть на поиски. Мы его как бы отправили. Плевак, эти драконы сводят меня с ума. По мне, так им особо и стараться не надо. Ладно, не волнуйся, я отправлю их на работу. Я знал, что ты меня поддержишь. Ладно, по крайней мере, пока дракон работает, они не будут меня доставать. Поручите драконам добывать руду или древесину в течение 13 дней. 13 дней. Слушай-ка, ну не зря мы с тобой... поиграли. Слушай, а какого следующего дракона нам нужно будет открыть? Так, драконье изваяние на олухе 3 уровня 5. Изваяние с... викингов тут нужно 7. Нет, этого еще рано. Может быть, вот этот следующий должен быть у нас. Так, викингов хватает. Вопль смерти на олухе. Подожди, вопль смерти это кто? Ага, вот, значит, великий смутьян на олухе. Вот мы получили выполнить обмен. Так, эксклюзивный. Первородная смутьянка. Ребята, а вот что нам... Ну, слушай, ну... И это все? Ну-ка еще разок. Злобный смутьян. Ну, подожди, вопль, вопль нам нужно, вопль надо. Где вопль? Вот она, вопль. Так, начать. А, вот что нам нужно, ребята. О, ну тут 140 тысяч. Вот эту штуку мы получим, да? Каши эти, я не знаю, ребята. Опять вот эти фиговины. 30 этих... Где это все взять мне? Пока, ребята, не знаю. Так, поищите нюха горба на тупиковом острове. Вот, видишь, одну из этих мы получим с тобой. Но это 10 раз нужно его отправить в путешествие. Ладно, мы будем это иметь в виду.
Так, ну что, друзья, как я обещал, где-то 15 минут поиграли. Я считаю, что мы не зря, друзья, не зря сегодня зашли. Получили великого смутьяна. Вот, событие какое-нибудь в ближайшее время будет? Нет, событий никакое в ближайшее время не намечается. Блин, даже не верится, что 3 легендарных дракона у меня уже есть. Круто. А на этом все, ребята. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.